Здравствуйте, дорогие мои красноярцы! И я с удовольствием приветствую всех подписчиков на канале YouTube «Голова садовая». Сегодняшняя тема еще раз капуста. И глядя на нее, конечно, можно сказать, да ладно, что она нормальная, стоит до себе и ладно. Но речь пойдет не об этом. Это пока стоит. Удивительное дело, на капусте нет гусениц. Вот прям, знаете, нет и все. Мошка, конечно, ее побила слегка, пока она была маленькая, края листьев выглядят не очень хорошо, но, опять же, не у всей капусты. Оказывается, такая жаркая погода, она была против лета бабочек. То ли они в прошлом году все сдохли, не знаю. Но пока капуста выглядит хорошо. Но чтобы она выглядела и дальше хорошо, ее надо, конечно, обработать. Самый безобидный препарат, который я выбрала от посещения гусениц и червяков и гусениц, это фитоверм. Вот здесь 5 миллилитров. Развести нужно 1 литр 250 грамм воды для того, чтобы обработать капусту. На инструкции четко написано, для какого растения какое количество воды на 5 миллилитров этого препарата. И вы должны это понимать и знать, и никогда не уменьшать или не превышать норму воды для препарата. Это вот как раз обработка, ну, не совсем химическая, фитопрепарат. Его действие будет достаточно длительным, минимум 3 недели, но через 3 суток совершенно спокойно вы можете употреблять капусту в пищу. Слышите меня? И не только капусту. 5 миллилитров – это чайная ложечка. Значит, но я очень не люблю стеклянные. Вот правда, у меня прямо отрицание. И же пластик, в который можно закатать все это. И еще нету сил, чтобы отломить ей. Ну, просто мне это не удается. Попробуем еще раз ножницами поскребать. Нужно иметь, конечно, этот алмазный резец, который в ампулах для лекарственных средств используется, что гораздо удобнее, потому что ножницы не справляются с этой задачей. Удалось сломать ей шею только при помощи кусачек. Неправильно. Не фасуйте нам, пожалуйста, в стекло. Я вас очень умоляю, изготовители дорогие. Значит, выливаем 1,250 литра воды. Вот эту ампулку пустую вместе с пакетиком пакуем, складываем и утилизируем, как написано на пачке. В курсе, да? Сейчас закрою. Вот это биопрепарат, а есть же злобные химические препараты, такие как карбофос, которыми тоже можно пользоваться, но предпочитаю все-таки фито- и биопрепараты. Вы должны понимать, что если это химический препарат, тогда, пожалуйста, намордничек, очечки и перчаточки. Значит, но речь идет о капусте. Мы обработаем капусту очень тщательно, так, чтобы с нее слегка подтекало. Он имеет в составе какую-то там мылкость, и прилипает он достаточно хорошо. И еще, запомните, 3 недели этот препарат будет защищать вашу капусту. Не знаю, как изменится погода, если будет лед бабочек, последний он самый сильный, то тогда придется опрыскать еще раз. Ей до созревания еще далеко, но обратите внимание, видите, снимаем мы это в начале июля, и у нас капуста вся завязалась. Значит, посеянная она в начале апреля совершенно правильно. Но предпочла бы посев в конце марта даже. Потому что капуста охота уже, а еще ни одного вилочка нет, даже у скороспелки. Так, и поехали. На планете Земля капусты всего, как я понимаю, видов, наверное, 8. К ней относятся белокочанная, краснокочанная, брюссельская, брокколи, цветная, савойская, которую очень любят французы, они белокочанную не едят, говорят, только русские со своими зубами медвежьими могут ее разгрызть. Значит, есть такие капусты, которые у нас большая редкость, это капуста кале, но не такая уж большая, я бы сказала, потому что те, кто любят декоративные виды капусты, которые, правда, украшают участок, уже и осень глубокая, а она выдерживает минус 5 градусов. Капуста кале – это Герда и Кей, правильно кажется, да? И сказочные герои, так названные два сорта капусты. У нее пузырчатые листья и очень красивые, розовые, фиолетовые. Кале есть и вот такого роста, с огромными листьями, пузырчатыми, как пальма. И она, кстати, практически вся съедобная.
Вот. Я, конечно, подойду к каждому растению неоднократно и с разных углов, чтобы прихватить все, что и с той стороны листья, это обязательно. Прихвачу вот тут и флоксы, которые рядом растут, хотя на них вредителей практически не бывает. Ну вот край капусты кто-то съел. Вот обратите внимание, видите, какой кусок вырван? Тот, который я опрыскиваю, просто ужас. Как будто зубами кто-то кусал, взрослый причем. Кто-то по ночам ходит, капусту мою ест. Ужас. Пробрызгайте как следует, потому что товарищи, которые там, вон, я вижу, там, ага, вылетайте оттуда. Это залог того, что у капусты будут целыми листья, а если будут целыми листья, значит, зеленая фабрика будет работать очень даже полноценно. Вот здесь скороспелый вилочек капусты, он уже достаточно большой, но не настолько большой, чтобы его съесть. А я считаю, что в июле месяце мы должны есть свою капусту. С этой стороны капуста несколько особенная. Моя любимица савойская Надя, которую я всегда сею и всегда высаживаю. Савойские капусты отличаются нежностью листьев. У них очень тонкие серединные вот эти вот, как их называют-то, господи, у листа. Ну, центральная как бы, да, жилка так называемая. Она очень тонкая, очень сочная. И мы, когда закатываем, заворачиваем голубцы, мы никогда ее не удаляем, в отличие от белокочанной капусты. Значит, здесь есть цветная, есть пирамида, есть брокколи. Цветная White Excel обычно к этому времени уже готова к употреблению. В данном случае не готова. Вероятно, капуста мало видела воды в самом начале ее вегетации. Вы знаете, вот в препарате все-таки надо вводить 1-2 капли моющего вещества, какого-нибудь приличного, да, которое, ну, на нас хорошо действует. И тогда прилипание будет более интересным. Либо вводить туда просто зеленое мыло, потому что вот то, что происходит, мне не очень нравится. Все-таки капустный лист всегда сбрасывает с себя все, и промочить его составляет, ну, достаточных усилий надо приложить, чтобы промочить его, чтобы на нем остались капельки этого вещества фитоверма. А опрыскать надо очень и очень тщательно. Запомните, пожалуйста, чтобы ваша капуста была здорова, вы должны хотя бы раз в неделю ее осматривать. Если вы видите, что сверху с ней все в порядке, поднимите листы, просто выверните его на обратную сторону, пожалуйста. И вы увидите, есть ли там отложенные яйца, потому что поначалу этого даже не видно. Это когда отродятся уже личиночки гусеничные. Тогда они начнут подсасывать площадь листка, листа капусты. И здесь мы уже увидим, как бы их работу. Внимательно следите за своей капустой хотя бы раз в неделю, подходя к ней. Посмотрите, отверните лист с обратной стороны. Если он совершенно чистый, то слава богу. Но если вы увидели здесь яйца, вот с этой стороны, вы ничего пока не увидите. Потому что, когда из яиц вылупятся вот эти гусенички, да, они тогда начнут подсасывать лист с обратной стороны, и здесь мы увидим точки, то есть результат их работы. Поэтому всегда отворачивайте листья, всегда это нижние листья. Бабочка, она не дура на самом деле. Мы ей яйца белые там к эту скорлупке ставим, бантики завязываем. Но она, правда, в природе все умнее нас. Она найдет под нижним листом место и непременно отложит там свои яйца. Нам это совершенно не надо. Нам капуста нужна чистая, красивая. Вот тут правда кто-то поел. Я уж не знаю, кто это был. Ну и меня-то не было рядом с моей капустой. Поэтому обижаться не на кого, нельзя бросать свое хозяйство. Но у меня безвыходное положение, поэтому моя капуста под присмотром моих молодых друзей. Ну, я не хочу сказать, что они тут все неправильно сделали. Нет, конечно, при такой большой площади и при занятости людей, хорошо, что хоть и это все растет. Хорошо, что хоть так, а не по-другому. Я им за это очень признательна, они молодцы. Значит, ну, вот я заканчиваю опрыскивание. И хочу сказать, что вот тут капуста есть, сейчас я вам покажу ее. Посмотрите, на обратной стороне листа уже кто-то пожил или еще живет до сих пор. Вот именно эти места, видите, проеденные. Поэтому опрыскиваем тщательно. Фитоверм, он проникнет в лист, прямо вот в лист внутрь. И тогда все, кто здесь поселится, есть его не смогут. Но эта капуста особенная. Ее сорт называется пирамида.
эта пирамида вырастет вот такая кабаняка, и у нее будет такое соцветие. Это не вилок, это цветная капуста. Но это соцветие капусты будет в виде пирамиды, прям настоящая. И эта пирамида, ну, огромная, я бы сказала, она тоже будет составлена из маленьких пирамидок. На вкус она превосходит и фиолетовую, и брокколи, и белую цветную капусту. Я вам очень рекомендую ее посадить. Но для нее посев все-таки в конце марта. Ну, в последней декаде. Ну, дома надо помучиться. Ну, правда, такой капусты вкусной я еще не ела. Вот здесь, самым крайним рядом, посажена моя любимая White Excel. Это белая цветная капуста. Она красавица. Она сама себе закроет листиками. Она скороспелая. И уже в июле месяце практически готова к съему. Вот именно тогда, когда аппетит у нас прямо, знаете, попробовать все овощи. Уже огурцы должны быть, уже первые помидоры. Но капуста должна быть обязательно. И обмакнув ее сначала в яйцо, потом в сухарики, а потом в сливочное масло на сковородку, вы получите чудесный завтрак и обед, и ужин, еще и диетическое питание. Не забывайте, сливочное масло обязательно нужно есть. Ну вот я заканчиваю опрыскивание и хочу еще сказать, что все цветные капусты, и фиолетовая, и белая, и зеленая, и пирамида, они требуют все-таки утром солнца, а после обеда тень. Не после 3-4 часов, после обеда. Тогда у них головка наливается соцветие очень хорошо и не распадается. Но если вы посадили все-таки на солнышке, приготовьте лопухи. Ну, листья с капусты снимать нельзя. Однозначно нет, пока вы не срежете вилок. Я категорически против, потому что сразу все нарушается и вилок не образуется такой, какой положено. Поэтому приготовьте, ну, какие-то белые платочки там не из ненужной ткани, из старой простыни и закрывайте соцветие. Вот тогда вы получите красоту, не объеденную блошками, мушками, не загнившую. И, пожалуйста, про поливку капусты хотела сказать. Она, конечно, в первые две недели после высадки требует ежедневного полива. Ее надо отлить, чтобы она была красавицей, чтобы она, ну, смогла расти, принялась и тронулась в рост. Но когда образовался вилок, вы что, льете-то каждый день? Господи ты, боже мой! Ей не надо столько воды, она уже не выдерживает. И тогда у вас появляется заболевание, так называемое сосудистый бактериоз. И у вас в вилке великолепной капусты черные сопливые листья. Вот это он и есть. Это говорит о том, что вы ее залили. Мы что делаем в августе месяце? Валим на бок, да, славу. Она, Глория и Слава болеют. У них проблема растрескаться. И половина корней отрубаем топором. Для чего? Для того, чтобы она как меньше воды выпила. То есть она поступала бы равномерно, а не со всех корней сразу. А вы льете и льете. Да не делайте вы этого. Ну, раз в две недели. Ну все, если будет жара, а если дождь, тогда охолонитесь. Все, ваша задача вот вырастить ее такой. И не забывать, что иногда ее надо поливать. Иногда слово, запомните, иногда. На этом я заканчиваю. Всего доброго и до свидания. Я вас очень люблю. Ну, ругать буду все время.